Видишь, я сегодня я купил в АТБ мороженое от фирмы Три Мушкетера. 100% пломбир. Детинство. Угу. Давят на жалость, да, так сказать. На что они давят? На детские воспоминания хорошие. Забыл только пломбир одного вида. Так, 1 килограмм стоит 104 гривни. Вот. Ну, от стоимость не як у дитинстві. Конечно. Сделано в Украине, в Днепре. 104 гривни, это где-то 4 доллара у нас. Так, состав. Даже яйца куриные есть. Молоко коровье, цельное. Да вы что? Так, пробуем. Мне захотелось его. Металлической штукой закрыто. Да не. Сейчас. Нагрежем. О! Здесь смотрим. Вот такое оно белоснежное. Не, ну вкус, конечно, шедевральный. Действительно, как у дитинства. Будем брать.